называется групповая игра. Задача какая? Нужно бревнышко. Это бревнышко нужно дотащить до ямки. Подождите. В полной группе мы пытаемся координировать движение. И это очень хорошая игра для того, чтобы выяснить координацию. Мы должны одновременно и верхнее кольцо подтягивать, чтобы оно стояло. У вас лидер, но секс должен постоянно стоять. Ребята, опускаем ниже и тащим с нижнюю, а верхняя придерживает, слегка наклонительно в левую сторону. Пустим ниже, ниже, ниже. Еще, отлично, еще. Ниже, ниже, еще. Нижнюю ниже, нижнюю ниже. И потащили, одновременно тащим. Мы нижнее кольцо первое идет. Пошлите, одновременно тащим. Тащим, тащим. Оп. Идет только ниже. Ничего, ничего. Нормально, нормально, нормально. Не-не, вы близко подошли, нельзя, нельзя близко подходить. Оль. Так, мы тащим ниже, 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 ниже. Стоп, стоп. Стоп, ниже, 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 ниже. Нижняя, ниже. Все, и пошли, потащили. Тянем, 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 тянем. Тихо, тихо. Ниже, ниже. Верхняя пока, верхняя, ребята, верхняя не тянет пока, верхняя на месте. Мы не тянем, мы не тянем. Тянем нижнюю. Все нормально, отлично. Направляем, направляем, направляем. Направляем, направляем. Пошли, потянули, тянем, тянем. Отлично, групповые друзья, мы сейчас так направляем, направляем. Эй, все хорошо, хорошо, хорошо. Тихо, тихо, тихо. Топ, топ, все спокойно. Ниже опускаем и еще подтягиваем. Верхняя на месте, верхняя на месте, верхняя на месте. Мы затянули вот сюда. Эй, go! Е-е! Верхнюю, верхнюю на себя, верхнюю сюда к нам, сюда верхнюю к нам. Нижнюю, ниже, ниже. Нижнюю, ниже, ниже. Нижнюю, ниже. Все, отпускайте, не отпускайте. Мы усложняем, вы просто теперь будете делать это в меньшем количестве. То есть пересчитайтесь на первый, второй. Они и так пересчитаны. Ну, они же у нас разделены на фронт. Да, теперь просто вы, ваши команды делятся пополам. И вы, у вас в два раза меньше людей будет, и вы будете в два раза меньшими силами ее подвигать. Так, держите, я буду снимать. А потом поменяйте. Кто отпускает? Ну, как давайте, Паша, это нижнее, мне не надо. А, вы верхнее, да? Наша команда расходится, я ухожу. Вам надо поделиться. Так а как нам делиться? Я уберу. Вы сидите, я уберу. Да. Нет, все правильно. Давайте через одного. Команда игры. Командная игра, которая позволяет наладить координацию движений между членами группы. На 9 человек все равно мы не поделимся пополам. Паша. На 9 человек все равно пополам мы не поделимся. Лен, как ты делишь? Через одного? Нет. Нашей команды через одного мы ушли. И ваши через одного получится? Мы низ тоже через одного. Получится, через одного два человека делайте. Уходят. То есть хорошо. Два человека уходят, два остаются. Так. Два человека уходят, два остаются. Да. От кого? Ты понял? Два человека вверх-вниз стоят, два человека вверх-вниз уходят. Да. Ну так и да. Делается. Пополам. То есть, ну так, скажите, от кого? Кто уже ушел? Мы, только наша команда ушла. Ниже, ниже. Я ушел только. Один а, ниже. Хорошо, один ушел. Это тогда те, кто в паре с ними стояли, тоже уходят. Один верх, так, просто да, посмотрите на кольцо. Уже за, нижние. Чтобы было... Ладно, ребята, Паш, давайте, давайте кто, вот пропорционально, в следующий раз хочет сыграть, ребята, верните, он видит, что он не важный для кольца, просто как бы отойдите. Мы разделимся на две команды. Если я отойду, оно упадет. Если я упаду, оно отойдет. Нижний. Сколько нас людей? Давайте посчитаем. На нижней 18. Не, вот здесь сейчас держат веревку. А. Сколько? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, а должно быть сколько? Девять, да? Еще два человека должно уйти. Есть желающие? А, нет, он на нижней. Желающие еще? На нижней. Давайте, ребят, один из вас, потому что там три человека. Я на нижней. Подожди, почему у нас нет на верхнего? Есть. Нижний, верхний, нижний. Все, а теперь отошли. Остались те в кругу, кто остались. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Ровно половина. Да. Возвращаемся на старт. Хорошо, а смотрим, взять, кто, сколько нас человек держит верхнюю. Возвращаемся на старт. Ладно. Ну, Паша, ты верхний чиновник. А? Ты верхний чиновник. Я верхний. Я тоже, это мы не требовали. Хорошо. А мы сейчас по-другому. Верхние, подними руку. Нет, нет.
взял. Ребят, вы когда держите веревочку, вам нельзя подходить близко и брать слишком. Так, давайте сейчас заново возьмем. Вы должны держать за кончик эту леску, за кончик. Вам нельзя держать ее близко, понятно? Тоже так будет сложнее, да. Ниже, то есть они отошли на самый конец. Да, ребята, ниже держим. Ваше кольцо, пожалуйста, пониже, верхнее тоже. Нижнее ниже. Нижнее ниже. Выберите себе на каждое кольцо по командиру. Нет, так, нет, Саша, нет. Саша, да, придержи. Все вы остались, что это стороны. Ой, слишком. Ничего, никто не пострадал? Я просто не играю. Мы начинаем заново, да? Да. Хорошо.